Студенты Казанского федерального университета имеют возможность трудоустроиться и приобрести необходимые навыки благодаря программе организации содействия во временном трудоустройстве и занятости студентов вуза на 2020-2024 годы. Она ориентирована на учащихся всех курсов и профилей подготовки. Центр помогает найти оплачиваемые занятия по душе как в стенах Казанского федерального, так и за его пределами. Всего в структурных и управленческих подразделениях университета за предыдущий учебный год были трудоустроены и продолжают работать более 440 обучающихся. Так что же нужно сделать для того, чтобы успешно пройти отбор и обзавестись работой мечты? Сам отбор кандидатов производится на условиях по тем ТЗ, которые институты сами и структурные подразделения пишут. В основном все эти ТЗ, они пишут под какое-то направление деятельности, под какие-либо задачи, и, соответственно, стараются уже находить ребят, находить студентов, которые к ним обращаются, которые обращаются к нам для трудоустройства. Студенты активно работают в органах управления образовательной организации, оказывают услуги по СММ-сопровождению, дизайну, организации мероприятий, а также по работе со статистическими данными. На сегодняшний день в Центре занятости Казанского федерального университета планируется введение новых вакансий, которых до недавнего времени еще не было. Таким образом, список заинтересованных в трудоустройстве студентов значительно возрастет. Ну а главной особенностью 2022 года является переход на новую цифровую карьерную среду, с помощью которой можно будет оперативно отсмотреть и выделить для себя интересующие вакансии. Эта платформа – незаменимый помощник на пути к работе мечты. Мы переходим на сайт Факультетус, где работодатели регистрируются, где регистрируются наши студенты, и уже без нашего участия работодатели будут публиковать там свои вакансии. Это такого рода агрегаторы вакансий, которые всем известны нам. И, соответственно, эта система, она уже будет работать между всеми вузами, не только Татарстана, но и всей России. И, соответственно, у нас будут общие работодатели, где мы будем аккумулировать вакансии для наших студентов не только из Татарстана, но и из всех регионов. Для получения дополнительной информации по вопросам временной занятости студенты могут обращаться в Центр по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета, КСК КФУ «Уникс», 6 этаж, офис 602, и по телефону 206-52-91. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.